Алиханов встретился с представителем Международного валютного фонда. Они изучают работу налоговой системы страны. Глава республики рассказал о состоянии экономики, о том, какие отрасли дают главные поступления в бюджет. В республике со сбором отчислений проблем нет, работает и пилотный проект по взиманию единой платы на недвижимость. Гости отметили, что Татарстан поддерживает крупные предприятия, а также малый и средний бизнес.